Класс наверх. Техник безопасности, что-то такое. Но самое смешное, бля, я еще не видел ни одного троллея, где бы не бухали. Такое бывает? Да, ничего удивительного. Ты вообще видел хотя бы один выезд на природу, где бы не бухали? Видел. Вообще, наверное, это был жесткий эксклюзив. Было очень грустно. Нет, бухать там бухали, бухал я. Ну, тогда тебе весело было, в отличие от остальных. Но бухла было только на меня, и, собственно, я ожидал, что я сейчас выпью, еще у кого-нибудь догонюсь, и ни у кого нет. А, ну давай. Все не пьющие, не, мы не пьем. Блин, да ну. Блокируй. Я проклял все так. Я на день рождения был, где вообще не было бухла, вообще ни капли. Ты не представляешь это, что это. Что у какого-нибудь ребенка вот такого? Нет, это не ребенка, в чем-то и проблема. У одноклассница, это парень. Давайте. Одноклассница. Че ушел, давай. Нет, ты опять натягивай и травлю. Это жесть вообще. Это сидишь опять. О, салатик, ну круто. Я тебе рассказывал, да? Когда ты не пришел. Как мы играли, сидели в столке и не пили. Ебать, это было. А, кстати, может Манчкин приволочь? Я бы звал, я поиграл бы. Манчкин, да. Ну тогда приволоку, у меня первый есть. Только правила не проебем. Если аккуратненько поиграть. Заново объясняю. А там будет правило, там написано. Нет. Чё? По сути, никаких правил. Нет! Минута! Каждый по-разному играет, как в Манчкин. Почти! В Манчкин самое. Страховку делаем! Не библи. Тормоз. Да, это да. А тормоз это что? Что, в дереве не увидите? Да. То есть это будет резкий. Что? Только экстрим, Ну, блядь, ебать без тормоза! А, всё? Дерево? Да. Чё, гипс снимаем? Да, снимаем полиспас. Погоди, нормально! Убираем сюда. Чё-то я ссусь, господа. Что такое у нас? Да выбранивается просто, берём. Нет, это дерево двигается так. Отлично. Нормально. Надеюсь, Юх, надо... дерево не улетит туда. Где? Раньше, чем он сюда. Где? Подлетит. А, гипс загнали туда. Ёб твою мать. Давай дернуть. А хуй дернуть. И это не осина, это липа. Это альха. Какая-то нахуй липа. Это альха. Даже не альха, это олешник. Она любит. Очень. Да. Ну нормально. Она не гнется. Страховочная за... Раз, два, три, четыре, пять. Да. Ух ты, скрипит. Да, вы за остальные деревья закрепили. Да. Страховка за все закреплена. Да, ну все, тогда ничего страшного. Сломается, да. Это как-то он. То есть накроет, если что, нас, да, не того, кто поедет. Нормально. Так, давай мы сейчас веревку освободим. Надо, наверное, повиснуть сейчас. Пару человек. Вполне возможно. Ну что, запускать его? Нет. Сейчас я тормоз сделаю. Голкипера нету. Вы повисните лучше пока. Нет, просто повисите. Похуй, не надо пока висну, давай посмотрим, как она пойдет. Без веса. С одним сусанием. По тормозу сделать, верхний провисает. Не, просто это... Совсем провисает. Пошкрипывает. Она... Что-то она хрустит по черному. Это я приподнял. Пускай она дальше хрустит, поднимает. Нихуя с ним не будет. Погоди, блядь! Тормоз сделаем! Так надо полиспас разобрать. Не пизди давай! Вчера что-то он быстрее пришел. Хорош. Назад пойдем. А, это что? Да. Вы только по пути ему-то не стойте. Блин, понимаем. Главное за деревьями смотри. Че, давай! О, как она висит. А что так медленно? О, как она висит. Уебать, управлять. Надо тянуть пиздец. Ага. Надо больше тянуть. О. А нормально, да, кстати. Нормально. Да. Прям крапиву притормозил. Ну, при твоем весе нормально, но... Да. А мне нет, кажется, надо тянуть. Просто улетят до самого дерева. Да. Чё, кто улетит? Все остальные. И кусты надо разбирать. Ну я где-то так же прилечу. А остальные ничего, нихуя не быстро, кстати, на четырех. Возможно. Да, это, так кстати, же. Был вариант. А во-вторых, ты набрал вот такого говна. После мы по этому проверим.
зато я его вычистил. Ну, да. Попробуй-ка я сейчас не на четырех, а на двух. Кстати, тут было, ну, были сомнения, что он не особо быстрый поедет. Так, пошел я спину лишки и пойду наверх. Так, отсюда. Ну, кстати, до воды нет, не достанет. Так, вот что. Ну, чуть-чуть, да. В городе точно кому ничего не надо? Я вроде там машина. Все равно хватай пивища, столько увезем. Еще мы смотаемся в город где-то часика на 3 на 4. Окей. Попробую я на двух, пожалуй. Блять! Охуенно! Почти не касаешься воды, а! Тормоз будет достаточно. Ну провис там здорово, он там. В самом начале, да. Самое заебсано! А вы будете ослаблять? Нет. А. Не, зачем? Наоборот надо. Не, ну то есть получается. Кто тут сильным дотом? Что хотел? Отжать. Сейчас, погоди. У тебя вообще воды не коснулся? Меня просто ну, тормозят. Ну почему? Он провиснет все равно сейчас со временем. Сейчас, Андрей, погоди. Это нейлон, это полиэтилен, это молекулярный. Ой, тихо. Слышь, не очень удобно. Вот так. Ну да. Да. Что там, блин? Мягкое дерево. Наверное, 4 кН на вес. Алло, блядь, аж потекла, блядь. Ну ты выворачивал. Это просто корова. А, вот, я понял, что скрипело-то. Там корова, корова да. Выдавливает. Она вот эта ветка боковая. Ну да, она. Я друг об друга. Вот она и скрипела, ее зажимал. Серег, ты брал блоки, нет? В принципе, да. 3 ствола, 4. Да не, нормально. Страховочный. Да. Закреплен. Серег, вот ну, вибрация и есть. Ну что тут 100 кг нагрузка-то будет? Хотя больше, наверное, да? Не 100 кг. Ну, тут не видно. Что, боишься, дерево проломится под тобой? Нет, я не думаю, что дерево проломится. Я думаю, как бы тут бы все бы смотать бы. Так сейчас это можно. Вот это все равно расчищать. Не сильно зачищать. Че, Вань, ты хочешь сейчас там выкрыть? Сейчас, подожди. Как она играет. М? Иди сюда. Чё? Ну подойди сюда. Возьми за веревочку. И чуть-чуть вниз ее, как. Как струна. Да. И. Ну и сделай так и смотри туда. Пусти. Натяни, только пусти. А-а-а. И почему это? Страховочный слабый, да. Почему деревья не говорит? Все, будет прям тормозить? Сейчас а что за страховочный, о чем они говорят? Ну, две веревки. По одной ты едешь, на второй ты висишь, на всякий случай, если первую не выдержишь. А, понятно. А, то там есть ты же не по одной веревке? Да. Да. Нет, верхняя страховочная, едешь ты по нижней, ты на нижней висишь, а верхняя просто если ролик. Если это сломается, то и будет еще. Да, ты будешь висеть на этой, поэтому а видишь, она сломается. А это привязали к двум деревьям, да? Страховочную? Да. Четырем. Четырем. А нижнюю к двум. Ну, то есть шанс неудачи сведен к нулю. Нет, ну все равно. 50-50? Ну, либо ты даешь, либо нет. Не, ну если я не даю, за мной кто-нибудь приедет, это подтолкнет. Нет, тебе просто по веревке руками. Почему? Вот передай. Девочка-то маленькая зависла на нашей стороне. Ну, это маленькая девочка. Блин. Доедешь.
А тяжело вообще? Веревки двигаться. Вань, ты помнишь? Я не знаю. Да не, легко, что там. Ты же на роликах едешь. Я отстегнусь и буду спрыгнуть. Ты не отстегнешь. Там ты все делаешь, что фиг ты отстегнешь. Надо было с верхней фермы делать. Тормоз готов! Нет! Кто, ребят, кто будет? Давай, я поплавлю. Да, блять. Ненавижу здесь спускаться. Так, ты отходи сейчас на всякий случай. Нет, сейчас, туда, 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 вылезай. А, туда все. Выходи. Может, тут эта веревка. Как-то медленно все равно. Ну, потому что есть. Здесь это. Да, ну нет, это быстро, быстро. О! Блин, она классненько. И провисла уже, видишь, слегка. Вот папа. Тоже хочу. Да я там лужу наступил. Вот опять резина. Медленно. Ну прикольно. Что-то Серег, попал. Давай, стегивайся! Так, надо. Пойдем, принесешь мачете? Сейчас верну. Вот. Опять сина, что ли? Несите оба мачете, Болеть, сейчас мачете да. нужно найти. Где он? У меня около палатки, а второй где-то там валялся. Забирай! Это надо вообще все вырубить. Полностью. Блин. Сколько ты весишь? Свободно, пошел! Я? Да. 90 с небольшим. Значит, до воды я не достану. Не, ну у нас все равно потихоньку все будет происходить. Надо еще страховочную подтянуть. Она низко, слабовато. Она тормозит, мне кажется. Лучше пусть тормозит, чем... Ну сейчас Сантик прокатится, посмотрим, что будет. Если ее еще подтяну, да и не только страховочную. Да не, сейчас пройдет. Серега проедет, посмотреть. Можно подтянуть, Сань, ее в одно лицо тянули, по сути. Можно еще тянуть. Не, все равно медленно будет. Угол не так. Блять, да. Я познаю, как Серега. Он нормально, были в нем вес, как баранин. Я к тому, что все готово. Вообще жесть будет. Сейчас что-то гудро уже припекает. Нормально. Еще куда какая-то пипец тут вообще. Вода очень грязная. Видимо, грозы прошли. Последние два дня вот вверху я где-то. Да она и так вот потянет, может, какая-то хрень в том году была очень чистая. Ну и в том году я было больше. Хуя катится, заебись. Нормально, куда крутится? На ХЗ. Ну вот, не гасится воды. Кусты наши. Слушайте, может кусты оставить? Да. Кусты оставить. А? Да? Охуенная тормошка. Кусты, а вот это сейчас все вырубим. Да. Да и... Нет, вот это, я вот это расчистим. Что-то.